Новый Эдем несет на себе множество шрамов. От окутанных туманом историй достопримечательностей до систем, которые обрели известность благодаря силе амбиций и жестоким конфликтам. Среди них выделяется одна система на юго-восточной границе известного космоса. Система CJ-6MT. В CJ-е проходили некоторые из самых нашумевших осад и серьезных сражений Нового Эдема. Это место повидало такое количество боев, что стало неотъемлемой частью истории капсулеров. В то время как все большее количество капсулеров отправлялось на поиски мест, которые они могли бы назвать домом, а влияние Империев охватило весь Новый Эдем, осада CJ-6MT должна была стать решающим моментом. В то время Альянс Ред занимал доминирующую позицию в регионе Инсмадер, и эта система была для него настоящей крепостью. Все изменилось, как только на Альянс обрушился гнев коалиции под предводительством лодка Вольтерра. Их целью стало не доминирование, а полное уничтожение противника. Ослабленный изоляционистской политикой и собственной гордыней, раздираемый дезертирствами, последовавшими за злосчастной обороной родных территорий, осажденный Ред Альянс потерял всех, кроме горстки самых ярых сторонников. Именно они были готовы дать последний бой. Именно они были готовы к противостоянию. Именно они отказались отступить и сдаться, несмотря на подавляющую разницу в силах. Несмотря на то, что система в скором времени была потеряна, победители в итоге заплатили за нее огромную цену. Остатки Ред Альянс впоследствии смогли быстро разжечь партизанскую войну, охватившую весь Инсмадер. Целью партизан было разрушение экономической инфраструктуры захватчиков, параллельно с восстановлением собственного флота и ресурсных баз. В итоге им это удалось. В период этой войны был получен отличный боевой опыт. Решительные пилоты создали новые тактики ведения боя и усовершенствовали прежние. В конце концов, с помощью союзников, куда входили Tau Ceti Federation и быстро развивающийся Goon Swarm, Ред Альянс смог наконец вернуть себе потерянные системы и заново отстроить разрушенный дом. В течение последующих лет регион Инсмадер был охвачен войной. Прифронтовые системы находились в упадке и разрушении. Контроль над системами то терялся под напором захватчиков, то возвращался, включая и саму CJ-6. Тем не менее, как только на горизонте появлялась опасность, CJ становился местом сбора защитников, готовых дать отпор незваным гостям. Для многих тысяч капсулеров, которые сражались за свой дом в Новом Эдеме, осада CJ-6 представляет момент во времени, когда их роль была определена кровью, которую проливали они и их боевые товарищи. Это было время великих тактических эволюций. Это было время беспрецедентных битв. Время, когда верность и дисциплина были равноценны огневой мощи. Время, когда великие свершения вдохновляли многих пилотов на совершение своих собственных подвигов. Те, кто связали свою судьбу с CJ-6, всегда вернутся за ней. Это наследие CJ-6MT.